Всем привет! Сегодня у нас топ-5 сообществ по 3D артах Копатель онлайн. Ну что ж, поехали! Первым по списку у нас сообщество под названием Imperial Art Studio. Можно сказать, что сообщество хорошее, но качество и проработка артов оценивается на 6 баллов из 10, поэтому сообщество остается на 5 месте. Вторым по списку у нас является сообщество Black Dark Studio Animation. В свое время сообщество выпускало хорошие и качественные арты, но спустя некоторое время сообщество скатилось, и артов от сообщества все меньше. На третье место вырывается Diggerland. Заслужила группа такую посаду в топе из-за качественных артов и красивых авторских рисунков от Саши Мартинса, который также принимает участие в комикс-кубе. На втором месте сидит Крепко Migration Studios, группа, которая показала свою хорошую качественную работу 3D программами и хорошим фан-артом, а также красивыми картинками для рабочего стола для фанатов приложения Копатель онлайн. Ну а лидирует в топе сообществ Digger Art. Спросите вы, почему сообщество на первом месте? Ответ простой. Сообщество радует нас самыми красивыми проработанными артами, самой качественной обработкой. Не спорю, сообщество потеряло свою былую славу, но это не мешает им продолжать творить чудеса. И вот подошел конец нашего топа. В качестве жюри были такие лица, как Игорь Лев. А у микрофона Юрий Маленко. Пока-пока.